Всем здравствуйте! Я нахожусь в городе Видное Московской области, около магазина Fix Price. Адрес на экране. Давайте с вами посмотрим, что интересного привезли в этот магазин. И, может быть, найдем с вами подарки себе и своим близким к 8 марта. Приятного просмотра! В отделе декора вот такие собачки, фигурки появились из полирезина. Они небольшие, где-то примерно сантиметров 10 в высоту. Я нашла три породы. Сделаны аккуратно собачки. 149 рублей. Здесь же нашла шкатулочки, такие из АБС пластика. Сделаны очень аккуратно. Внутри бархатное покрытие, которое не удалось посмотреть, так как она запечатана. Вот состав можно посмотреть. Стенки зеленого, синего и бежевого цветов. 199 рублей. Здесь же в отделе декора нашла вот такую настенную полку. Это новинка. Не видела ранее такого. Сюда можно поставить цветы, свечки, какие-то декоративные вещички. Белые и черные в наличии. 249 рублей. О, свечки. В этом магазине они имеются. Так, это с лавандой. Выглядит каким образом? Внутри парафиновая свеча. В стакане, в таком стеклянном. Стенки стакана с рисунком. Интересный такой бохо рисунок. Три варианта на выбор. Есть ваниль, лаванда и лайм и ментол. Вот думаю, купить не купить. Зависла я надолго около этих свечек. Цена 99 рублей. А эти свечи китайские. И также в стеклянном таком стаканчике. С жемчужным переливом. Немного в розовый оттенок, а этот серебристый. 199 рублей. Смотрю, что еще есть. Вот эти задумчивые фигурки из полирезина за 149 рублей. Декоративные цветы в горшочках. Они по 99 рублей. Нашла второй вариант этого крема от Культура Органика, подмосковный производитель. Этот крем питательный, 50 мл. В составе экстракты авокадо и мелисы, масло шиповника и зародышей пшеницы. Вот так выглядит крем, 79 рублей. В Сбермаркете можно купить товар по самой выгодной цене, и это сделать очень просто. Я уже заказывала в магазине Fix Price через Сбермаркет. Также можно сделать заказ из других известных магазинов. Оставлю в комментарии под видео ссылочку и два промокода на огромные скидки. Пожалуйста, пользуйтесь, особенно перед 8 марта. Очень выгодно, сэкономите свое время и деньги. Шампунь от турецкого производителя с маслом оливы для восстановления сухих и истонченных волос. Большой объем, 600 мл. И вот такой вариант. Здесь с маслом жужуба. Для всех типов волос против выпадения. Достаточно актуально сейчас весной. Оставьте, пожалуйста, комментарий, кто уже пробовал и покупал этот шампунь. Хотелось бы узнать о качестве. 600 мл, цена 170 рублей. В отделе товаров для кухни приглядела такую этажерку двухъярусную за 199 рублей. Чем не подарок? Какие они красивые, весеннего такого дизайна. Вот Паша Бахче стаканчики объемом 470 мл, стеклянные, уже разбирают, 99 рублей. В этом магазине увидела ступку с пестиком. Уже привозили как-то, и они пользуются очень большой популярностью, 299 рублей. В составе мраморные, они тяжелые очень. Мельница для специй электрическая. Ну, думаю, вполне можно подарить, кстати, на 8 марта. Три цвета на выбор. Серый, зеленый, черный. Работает от 4 пальчиковых батарей, которые в комплект не входят. Отзывы на них хорошие, на эти мельницы. 299 рублей. И снова в продаже весы кухонные. До 5 килограммов. Стальной такой серебристый корпус, достаточно стильный. И в подарочной, можно сказать, упаковке. Яркая такая качественная коробочка. Вот Kitchen китайцы нас снабжают. 299 рублей. Отличные девчачьи кружечки к празднику. План на день быть счастливым. Белые
белый фон, внутри глянцевый белый, снаружи цветочный дизайн, в составе керамика, объем 300 мл. Вот сияй мне больше всех понравилось по дизайну. Удобная ручка, несколько вариантов на выбор, 99 рублей. Второй вариант таких кружек, внутри такой цветочек, но в этом магазине только в таком дизайне осталось, 99 рублей, тоже 300 мл. А это подарочный набор, кружка и ложка фарфоровые. Китай также производитель, нашла два цвета, вот такой в розовом цветочном дизайне и в белом с золотом, 199 рублей. Очень милые открыточки здесь к 8 марта. Можно теплые слова написать. А это ластики. Вот с одной стороны смешно их показывать, да, в качестве подарка, а с другой стороны, почему бы в офис куда-нибудь купить, одарить девчонок. Такие рамочки. Ну, это больше такой, конечно, детский вариант, но тоже симпатичная. Какую-нибудь девочку-подростка одарить. Так, что еще? Мешочек подарочный такой. С тесемкой ручки. Вот эта гирлянда цветочная. Ну, на мой взгляд, это, конечно, какая-то бестолковая вещица. Ну, не знаю, может быть, я уже взрослая тетя, мне это не очень надо. А так, для девчушек молоденьких, очень даже интересный такой товар. Синие и розовые, 149 рублей. Это магнитик на холодильник в виде горшочка с искусственными цветами. Есть горшочки разные, все в горошек. 59 рублей. Очень приглянулись эти блокноты. Я думаю, что в качестве подарка могут пригодиться и девочкам в офис, и девочкам-школьницам. Трех разных дизайнов цветочных на выбор. 96 листов, 149 рублей. Красивые подарочные коробочки, 199 рублей. Подушки в виде сердца остались после 14 февраля. Прекрасный подарок, я думаю, будет какой-нибудь девочке-подростку. К 8 марта, 199 рублей. На этом обзор заканчиваю. Всем всего доброго, всего хорошего. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. И до следующего видео.